Новый год – время сказок и волшебства. Время, когда в каждом из нас просыпается ребенок. Тот самый малыш, который радуется первому снегу и огонькам любви. Которому хочется побыстрее оказаться в совершенно новом году. 2020 был очень необычным. Кому-то пришлось долго побыть наедине с собой. Кто-то сумел провести больше времени со своими близкими. Кто-то путешествовал по стране и увидел, какая же красивая наша Беларусь. А кто-то понял, что очень многое зависит только от нас самих. Мы изменились за этот год и стали больше ценить простые вещи. Родные глаза и заботливые руки. Свой дом и смех детей. Мы поняли, что хорошо там, где мы есть. Мы не можем изменить прошлое, но мы можем влиять на будущее. Иди на старшего. Под бой курантов загадайте свое самое заветное желание, и оно обязательно сбудется. С Новым годом!